Я снова с вами. Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краховски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего... Thank you.
этот раз тебе нужно позаботиться о природном равновесии. Один из Валентино убил копа и ушел безнаказан. Восстанови справедливость. Если узнаешь, кто прикрывает этого человека, я доплачу. Посмотри письмо. Пошли проверим. ¡Puta! ¡Sal de ahí! Ya valió madres, banda. Hay alguien por aquí. Поставил. Ага.
Arriba te voy a encontrar, mierda. Угадай-ка, что тут друг с другом не сочетается. Сдаюсь. Подсказка номер раз. Милитех. Подсказка номер два. Валентина. Подумай. Ну и ну. То ли они затеяли бал-маскарад, то ли это будет вечеринка совсем в другом стиле. Так или иначе, я заинтригован. Пошли проверим.
Это Ви. Я разобралась с Хосе. Машина уже в пути. Выяснила, кто вытащил его после убийства копа? Арасака. Арасака. Ты хочешь сказать, в убийстве простого легавого замешана мегакорпорация? Смерть Джеффри была случайностью. Хосе прикрывали по другому поводу. Рассказывай. Вместе со своими людьми он должен был организовать налет на офис Арасаки, взяв с собой оружие Милитеха. Арасака заказывает нападение на себя же? Охренеть. Тебе надо скорее убираться оттуда. Лучше попытаюсь накопать информацию, раз уж я здесь. Да не найдешь ты там ничего нового. Все уже забрали наверняка. Ты знаешь больше, чем говоришь. Выкладывай. Это только мои предположения, но... Ну, говори. С большой вероятностью Арасака хочет серьезного конфликта с Милитехом. Может, даже полномасштабной войны. И что? Хосе должен был дать им повод? Звучит не очень-то убедительно. Не один только Хосе. Были и другие инциденты. По той же схеме. Все куда сложнее, Ви. А Милитех? Они ведь... Наверняка что-то подозревают. Наверняка. Но Милитех не хочет войны. Они будут тянуть время, чтобы подготовиться. Кое-где такие сведения стоят кучу, Эдди. Нет, Ви, тут я умываю руки. Это не мое поле и не моя игра. Увидимся. Да, до встречи. Башка все время. Чего ж ты хотел? Радиация? Понятно, что там много всякой годноты, но какие годы... Проблемы еще. Может быть, я вор и обманщик. Но кого еще вам слушать? За кем еще следовать? Ведь вы... Идиоты, блядь! Давайте, выпускайте игры, где нельзя выиграть. Ебанаты! Вот я тебе сейчас покажу. Говорят, Атрейс Кин, поэтому в каждом турнире на первом месте.
Кумкват вашей души.
Внимание всем нарядам. Срочно требуется помощь в Хейвуде. Ничего нового. Вас понял, диспетчер. Обнаружен транспорт подозреваемый. Сведения разосланы. Эй, погоди! Подозреваемая скрылась. Всем нарядам в районе продолжить поиски. Thank you.
Мразь! Я крыс одним ударом бью! Сладко ли его сживать? Мадре!
обжигает ваши души! Я все понял.
Вали отсюда, а то я за тебя не отвечаю. Подозрительно.
повезло мне, что ты рядом оказалась. Я уж думал, все, хана мне. Nicola! Aida, how'd you get it?
Адам разберется. Что? Thank you.
стекло! Ты где там? Позиция опустела! Заходи, не бойся, мы тебя не трогаем.
Нет,
Она вооружена! Обить ебало! Ну, уточните. 0,7%. Вот сколько. Ноль. Джентльмены, будьте любезны, не пере... Вы действительно считаете?